Польша. Меркель виновата во вспышке террора. Премьер Польши считает, что Европе нужно перестать бояться говорить о терроризме. Нынешняя европейская политика миграции, особенно проводимая Ангелой Меркель, играет на руку тем, кто сеет смерть среди людей. Такое заявление премьер-министр Польши Шидло сделала в эфире канала TVP-Info, комментируя испанские теракты. Шидло считает, что Европе нужно перестать бояться говорить о терроризме. Не бойтесь говорить об этом, не бойтесь говорить, пусть на смену этой политкорректности наконец придет политический разум, добавила она. Глава польского правительства считает, что отказ от приема мигрантов, за которую Польшу критикует Еврокомиссия, может стать образцом для других стран. То, что мы делаем в Польше, поэтому же, что делают венгры и словаки, то сделала Центральная и Восточная Европа, мы показали, как это делать, обеспечить безопасность, и теперь вам нужно признать, резюмирует Шидло. Напомним, вечером 17 августа в Барселоне произошел теракт. Фургон въехал в толпу людей в районе пешеходной улицы Рамбла. Погибли 13 человек, более 100 пострадали. Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство». По материалам сайта newsgro.com.